Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара? Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матары — это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пейгана — правителем всего Кирата. Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Это Сабал. Юма и Пейган годами грабили Кират и свозили ценности в Джаленду. Реликвии нашего народа не должны достаться врагу, поэтому сперва избавься от лодок. Никто не должен сбежать. К тому же они заминировали храм. Обезвредь мины. Незаметно, иначе они включат таймер.
тварь. Сообщайте о подозрительном. Кайран, прекрати! Но больше Кейла! Здесь удар! Сабал, готово. Отлично. Но у меня плохие новости. Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Они хотят отбить храм. Так что будь готов к бою. Солдаты подходят с запада. Thank you.
Джаленду спасен, Сабал. Хвала Кире! Я думал, Амита успеет раньше. Как глупо. Хотела помешать Пхадре исполнить волю богов. Стала между богами и народом. Пагубное высокомерие. Они всегда так делают, но сейчас у нас есть данные. Их надо остановить. Ты что это удумал? Это для меня. Мне осталось решить еще одно дело. Амита умрет. Это воля Киры. Только так мы сможем спасти Кират. Она ничем не лучше Пейгана. Сделай то, что должен. Почти вижу отсюда, как ты хмуришься. Чего тебе, Пейган? Ну, что за то? Звоню узнать, как ты там без меня. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть, нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вящей пользе. Например, Юма. Конечно, ты занят, надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом, не мешаю. Но не забудь, выбор влечет последствия.
Ты? Он прислал за мной тебя? Я ждала этого, но ты... А кому еще хватит духу? Тоже верно. Сабал находит оправдание в слепой вере в традиции, а ты... покорно идешь за ним, как и прочие глупцы? А ведь я и впрямь поверила в то, что ты хочешь лишь исполнить последнее желание матери. Ну давай, сын Махана, спаситель Кирата, выполни приказ, спусти курок. Это же воля Киры, да? Как ты добр, Аджай. Знай, ты пощадил меня, но погубил Кират. С Амитой покончено. Что же, не мне судить ее, брат. Это сделают боги. А тебе предстоит убить диктатора и закончить войну. Я знал, что ты вернешься! Я знал это! Совсем не нравится. Ну и что это? Отсюда нас любой снайпер достанет. Нас отовсюду видали. Пусть хотя бы так. Главное, чтобы никаких метаний. Аджай, мы тебя ждем. Все подходят к месту последней битвы. Мы ударим по крепости Пейгана. Будет трудно. Я слышала про Амиту. Как бы то ни было, за Сабалом будущее Кирата. Нам пора ехать! Thank you.
Продолжать огонь! Я тебе лицо обрезаю! Он под нами! Я твою башку на пол надену! Стреляйте, стреляйте! Давай, давай, давай! Ворота взорваны! Внутрь! Ворота! Здесь тут! Сейчас выезжаем! Убивай! Убей, Дорму!
отступили! Больше враг не сможет призывать подкрепление! Они заплатят! Это наш бой! Thank you.
Помочь не можем. Они сдались! Крепость наша! Разнесите к вам! Свалите ее! Смерть Пейгану Мину! Слава Золотому Пути! Аджай, ты что? Что ты имеешь против моих копий? Плакаты, потом мой двойник, теперь это. Прозрачный намек? Мне пришла пора задуматься. Золотая, мать твою, статуя! Как так? Из чистого, мать его, золота! Ты знаешь, сколько реликвий пришлось переплавить? А сколько бедолаге Эрику пришлось для нее позировать? Ну да ладно, ужин почти готов. Сабал, я открыл ворота. Направляюсь во дворец. Армия короля контратакует. Мы не поможем. Я захожу. Да поможет тебе Кира. Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А с кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант.
псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ну, кого ты убил? Амиту, Сабала. Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень! Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, Кират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Пойми, мальчик, эта урна – все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я, после того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. Да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед. Делай то, что должен. Thank you.
darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, всё походу, да? Никакого больше хардкора? Ты зачехляешь свою ракетницу, да? Да, а мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем. Не в этот раз. Спасибо. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?